Зубная паста является косметическим продуктом, без которого не обойтись. По назначению пасты делятся на лечебно-профилактические, лечебные, от повышенной чувствительности, гигиенические, отбеливающие и экзотические. Они бывают для взрослых и для детей. Ценовые сегменты товара – это экономичный, средний, премиум и суперпремиум. Простое изготовление зубной пасты при налаженном сбыте обеспечит приличный доход. Свойства и качество пасты зависят от веществ, входящих в ее состав. Абразивные вещества очищают полость рта от налета и отложений, полируют зубы. Они занимают до 40% объема пасты. Для этого используют карбонат кальция, обыкновенный мел, гидроокись алюминия, хлорид натрия и другие вещества. В основе любой пасты комбинация абразивов, улучшающая характеристики продукта. Кроме этого, добавляются связующие вещества, занимающие до 5% пасты. Пенообразующие для образования пены – это 1-2%. Увлажняющие, улучшающие консистенцию продукта. Гелеобразующие компоненты для вязкости и пластичности пасты. Консерванты, препятствующие развитию микрофлоры в тюбике до 30% воды, которая связывает все компоненты. В зависимости от назначения включают различные добавки и витамины. Для производства паст потребуется вакуумный реактор по цене до 15 тысяч долларов, турбонаполнительный агрегат от 500 до 10 тысяч долларов, автомат укладки в пеналы до 5 тысяч долларов, машина упаковки пенала в блоки до 2500, емкость загрузки сырья для его хранения 100 долларов. Для обслуживания оборудования потребуется 5 операторов, 2 разнорабочих и управляющий. При изготовлении 200 тысяч туб в месяц начальные инвестиции составят 100 тысяч долларов. Бизнес окупится за 1,5 года. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.